моя страница. Самое смешное, что я в жизни знаю, это то, что несут наши комментаторы, друзья мои. Женщины, смотрите спортивные соревнования. Вы можете получить удовольствие. Вратарь показывает друзьям, чтобы они шли от него подальше. Вратарь отбил мяч, а добить его некому. Он получил в глаз желтую карточку. Арбитр достал из штанов удаление. Плачет отчасти главный тренер шведов. Нет, это просто кто-то из болельщиков попал ему пальцем в глаз. После паузы. Какая жаль. Один комментатор вообще сказал, суета сует. Наши играли с японцами, сам слышал. Сегодня годовщина. 100 лет, как началась русско-японская война. Армейцы играют в красных трусах с синими рукавами. Вот очень хорошо. Вообще, комментаторы в каких-то неладах со словом «трусы». Наши ребята с прошлого раза все-таки поменяли трусы. А некоторые из себя корчат философов. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И даже не поспоришь. До начала матча 5 минут, счет по-прежнему 0-0. Анопка получает мяч в центре поля, вся ее фигура как будто говорит, кому бы дать? И мяч влетает все-таки в ворота, преодолев последнее препятствие между ног вратаря. Динамовцы пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Дальше я прошу не представлять то, что я сейчас расскажу вам. Долго на ночь, не вздумайте вот это представить. Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнула. Я смеялся не меньше вашего. В клубе для богатых. Богатый зашел в туалет. Сейчас я засеку вашу реакцию. Стал готовиться, слышу, в соседней кабинке кто-то есть. И вдруг голос из соседней кабинки ему говорит: «Здравствуй!» А тот интеллигентный думает, ответить же надо же. Наклонился. И вниз туда говорит: «Здравствуй!» Оттуда голос: «Как твои дела?» Он говорит: «Нормально, а тебе чего?» Засекаю, да? Засекаю. Голос в кабинке в соседней: «Слышь, я тебе перезвоню, а то тут придурок со мной разговаривает». Вот я смеялся не меньше вашего, когда комментатор сказал фразу нормальную, но поскольку у него полууголовное прошлое, он подумал, что он сказал что-то страшное. Да нет, нормальная фраза. Хули Лопес бьет по воротам. И пауза. Половина мужиков России полегло у телевизора в этот момент. И он вдруг решил объяснить, что он сказал. И он добавил: «Хули это имя такое?»